Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Вот у нас опять весна. Набухают почки, распускаются цветы на деревьях. И уже вот первые цветочки, первые нарциссы. Прошел еще один год моей и вашей жизни. Спросите себя, что у вас изменилось за этот год? Может быть, вы сделали ремонт в своей квартире? Может быть, вы куда-нибудь съездили? А может быть, вы поменяли свою работу, где больше платят? А может быть, вы бросили работу на начальника и стали работать на себя? Может быть, вы обновили свой гардероб? Или запланировали какую-нибудь поездку на море? Или, как некоторые мои подруги, скажете, что у меня нет денег, и я в этом году никуда не поеду. Что произошло хорошего у вас за этот год? Время – это самая ценная валюта вашей жизни. Ее ни в каких обменниках не поменять и время не остановить. Я хочу, чтобы вы ценили свое время, не разменивали свою жизнь и не отдавали свое здоровье на наемную работу и не говорили, что я живу в селе и у нас здесь мало рабочих мест и выбирать не приходится. Если вы сейчас смотрите это видео, значит, у вас есть интернет. А интернет дает вам безграничные возможности заработать в интернете и стать богатым, как это сделала я. Я участвую с 2013 года в проекте «Всем миром». И моя структура выросла до 5000 человек, и я очень много поменяла в своей жизни. Я переехала из общежития в трехкомнатную квартиру и сделала там ремонт. Я в 2016 году путешествовала 3 раза, и в этом году тоже планирую куда-нибудь полететь. А что хорошего произошло у вас? Также я очень многим людям помогла. И я и мой муж Борис Маркелов ежемесячно оказываем помощь тяжело больным детям в нашем благотворительном фонде. Делай добро, и оно вернется. Меняйте свою жизнь к лучшему, цените время, ведь его не остановить, а часики тикают.